Первым делом взбиваем яйца с добавлением сахара и ванильного сахара. Теперь сюда добавляю кефир. Кефир должен быть комнатной температуры. Теперь беру муку и добавляю разрыхлитель. Добавляю сюда. Отставляю немного в сторону. Здесь у меня изюм. В изюм добавляю 1 ложку крахмала. Хорошо перемешиваю. Изюм я не запариваю, а просто промываю, чтобы убрать лишнюю влагу. И добавляю сюда. Теперь все смешиваем до однородной массы. Рецепт очень простой и быстрый, но пирог получается очень вкусный. Наполнение может быть любое. Я использую конкретно в этом случае изюм. Нам очень нравится. Можно использовать фрукты, сухофрукты, орешки, все то, что вы любите. Смотрите, буквально за пару минут получилось тесто. Берем форму и смазываем сливочным маслом. Дно я застелила пергаментом, но все равно немножко промазываем. Боковые части обязательно хорошо промазать, чтобы пирог не приставал к краям. Теперь готовое тесто выкладываем в форму. Хорошенько распределяем. Отправляем в духовку выпекаться.